До старта нового учебного года чуть меньше 2 недель. Все ли школы готовы принять учеников? Мы очень долго ждали капитального ремонта. И, наконец-то, он состоялся. Все говорят: вау, как здорово, как интересно. Всем детям, конечно, хочется заниматься в красивой школе. И нам тоже работать. Мы надеемся, что в будущем, конечно же, администрация нас поддержит. Руководители городских школ сами расскажут о подготовке к новому учебному году. Какие сюрпризы ждут детей, смотрите прямо сейчас. В системе образования 396 учреждений начала работу комиссия по определению готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Следует сказать, что главное внимание сегодня уделяется, безусловно, безопасности образовательных организаций. Тем не менее, мы абсолютно точно понимаем, что выполнение всех предписаний надзорных органов необходимо. Ну и комиссия оценивает все содержательные аспекты, нормативно-правовые, кадровые и так далее. Потому что сегодня достаточно много видов работ, которые необходимо сделать образовательным учреждениям. Порядка 317 миллионов затрачено на подготовку учреждений к новому учебному году, 129 миллионов для реализации 32 проектов инициативных выделено. Основные виды работ, которые необходимо сделать, это традиционно смотрим прежде всего на кровли, которые должны быть в исправном состоянии. Кроме того, подготовка к зиме, выполнение предписаний надзорных органов, Госпошнадзора, Роспотребнадзора. Ну и очень много мероприятий, которые сегодня связаны с благоустройством территории. Это новые стадионы, это, безусловно, цветники, это те зоны отдыха, которые сегодня должны быть в образовательных учреждениях. Новый учебный год с новым и чистым лицом. К 1 сентября фасад филиала 24-й школы, что на Байкальской, заметно преобразится. В филиале 24-й школы производится капитальный ремонт фасада. У нас производится капитальный ремонт кровли, а также замена оконных блоков. Подрядчик работает, работу проводит в срок, благо погода позволяет. Осуществляется покраска фасада здания, первый слой, далее идет второй слой покраски. Будут устанавливаться сливы, будет произведена замена оконных блоков частичная. Дальше у нас будет также ремонт входной группы облагораживания, ну и, естественно, цоколь. Мало кто знает, но здание было построено еще в 54-м году. Ремонты были мелкие, да и велись, кажется, в прошлом веке. Капитально взялись за школу только в этом году. Благодаря непосредственно поддержке администрации города Челябинска, поддержке главы металлургического района, выделено в общей сложности более 5,5 миллионов рублей на непосредственно строительно-монтажные работы. Сроки на сегодняшний день, согласно контракту, у нас это 1 октября, но подрядчик работает в срок. На сегодняшний день по кровле у нас выполнено более 70% работ, по фасаду у нас выполнено более 50% работ. И 1 сентября наши юные мальчишки и девчонки, а это более 600 ребят, приступят к получению новых знаний 1 сентября. Здание старое, внимание к любым работам на таких объектах повышенное. Задолго до ремонта руководству школы пришлось согласовать массу документов. Специальную комиссию интересовали стройматериалы и даже краска, которой покроют стены. Рабочие вроде справляются, говорят, постепенно возвращают зданию его первоначальный вид. То, что вот видите, там с той стороны очень было в плохом состоянии. Мы карнизы установили, как видите, стену где 50%, наверное. Бухтили, где снимали, шкатурили. Сначала мили стену, у нас все видеозаписи есть, фотки есть, естественно. Шкатурили, шпаклевали, красили. Рисунок, как есть занял, с той стороны видели, видите, повторяющие рисунки, мы также повторяли рисунки, как есть. И все архитектурно, это все восстановили. Конечно, приятно, у нас всех дети, конечно, приятно делать тут. Ребята с 6 утра до 10 вечера от души, даже пока темно не будет, работают ребята от души. У нас же всех дети, конечно, это же наше, как сказать, для детей живем. Ученики этой школы уже в восторге, ждут окончания каникул. Выпускникам тоже приятно, что место, где они умнели и взрослели, вскоре будет иметь презентабельный вид. Я училась в 90-е, как раз таки в те плохие 90-е.
Тогда, наверное, все это скромно было очень, не так, как сейчас. Сейчас это вот прямо на глазах, вы видите, все это преображается. Разрушений как таковых не было, но, скажем так, общее впечатление, да, было, ну, скромное. Фасад нормальный делали. Прекрасно, нравится. Может, по новой пойти учиться. Фасад станет краше не только у школы на ЧМЗ. Ремонтные работы кипят во многих образовательных учреждениях города. В пример, 153-я школа, что на энтузиастов. Здесь целый список преображений к 1 сентября. В этом году нашей школе исполняется 33 года. С одной стороны, школа вроде бы не старая, но уже не новая. И для того, чтобы помещение школы и пришкольную территорию содержать в надлежащем состоянии, ежегодно составляется план подготовки школы к новому учебному году. За последние несколько лет проделана определенная работа. Например, полностью заменена отопительная система в школе, заменена кровля, оборудована автоматическая пожарная сигнализация. Что касается этого учебного года, то в надлежащий порядок приведены 15 учебных кабинетов, закуплена школьная мебель, сделан косметический ремонт в школьной столовой, раздевалки для обучающихся. Ну и самый большой такой ремонт произведен в спортивных залах, фасада школы и спортивной площадке нашей школы. Школьные раздевалки в этом году мы обновили. Классные руководители уже подписывают фамилии детей, кому принадлежат данное место. Ну, я думаю, что дети обрадуются, освещение новое здесь. Во-первых, сделали поярче тона. Во-вторых, осветлили немножечко. В связи с тем, что идет увеличение класса в школе, мы добавили количество вешалок. Ну и, естественно, количество крючков на вешалках. Ну и уже вот подписали фамилии детей, которые будут раздеваться в данной раздевалке. У каждого ребенка свой крючочек, они знают уже. Эта раздевалка была для среднего звена. Эта раздевалка подготовлена для детей начальных классов. Это здесь первые и вторые классы раздеваются, тоже все новое. Здесь мы заменяли систему канализации еще. И поэтому были произведены скрытые работы, но сейчас уже этого ничего не видно, все уже обновлено. Детей порадует вид школьной столовой. После ремонта она заиграла новыми красками. Педагоги и повара надеются, что от увиденного у детей разыграется хороший аппетит. Во-первых, косметический ремонт столовой школьной. Во-вторых, куплено достаточное оборудование, еще мы докупили, школьная посуда. А остальное ремонт был произведен вот. Чисто, уютно, красиво. Освещение полностью заменили. А так у нас постоянно. Это просто ежегодная подготовка, текущая такая подготовка к началу учебного года. Впрочем, в новом учебном году детей ждет и пища для размышлений. Возле местного музея педагоги открыли выставку фотографий. Это не какие-то веселые картинки, а реальные кадры представителей самых разных профессий. В 1997 году в школе был открыт школьный музей. Называется он «Блокадное братство». В данном музее имеется переписка с детьми блокадного братства. Имеются предметы, которые можно сказать, что они имеют свое предназначение в годы войны, ну, в том числе и в Ленинграде. И привлечь внимание, с одной стороны, и к нашему музею, чтобы у детей интерес не терялся предметом нашего музея. Мы решили, здесь у нас кабинеты истории, поэтому в фойе зала мы оформили экспозицию определенную, труженики, профессия, значит, разные профессии, как раз послевоенного периода и до настоящего. Я думаю, что дети, увидев эту экспозицию, обратят на нее внимание. И многим будет интересна история возникновения данной профессии, что в будущем
повлияет, может быть, на их профессиональную деятельность. Мы воспитываем не только целенаправленно на уроки, но еще предметно-пространственная среда может воспитывать. И наша задача – создать ту среду, в которой будет комфортно и учиться, и отдыхать во время перемен. И здесь мы с вами видим такой визуальный ряд, который, с одной стороны, вдохновляет трудиться, вдохновляет преодолевать трудности, потому что мы видим здесь примеры из истории военного времени, из истории довоенного и послевоенного периода нашей страны, где люди действительно любят и умеют трудиться. Понятие чести, долга, трудолюбия – это очень важно всегда. И было, есть и будет. И поэтому здесь представлен визуальный ряд художников нашей страны 19, 20 и 21 века. И вы знаете, что было очень интересно при подборке картин, что тема искусства труда, она сегодня такая достаточно актуальная. И современные художники задумываются над этим, пишут картины, участвуют в выставках. Ну и я надеюсь, что ребята смогут посмотреть эти картины в стенах школы. В другой части коридора разместили шедевры мирового художественного искусства. Конечно, не оригиналы. Педагоги уверены, даже с помощью копий известных картин можно привить ребенку хороший вкус. Часть картин узнаваема. Ну, я не знаю, например, Саврасов «Грачи прилетели». И дети, конечно, с начальной школы уже узнают этот сюжет. И детям интересно увидеть это. А с другой стороны, есть сюжеты малознакомые, например, импрессионистов, что заставляет детей рассматривать эти картины, удивляться, что они, так скажем, с одной стороны могут произвести впечатление мазков, размытых, а с другой стороны производить впечатление какой-то объемной, ну такой вот картины, которая заставляет удивляться. А удивляться дети любят. Точно удивятся обновленным спортзалом. В школе их два. Капитальные ремонты провели везде. Школа занимается в две полных смены. То, естественно, за учебный год, ну, можно сказать, что и на стенах и пыль образуется, да. Где-то там, допустим, осколки там образуются на стенах. Но приятно очень заниматься детям, когда вот такой светлый, уютный, чистый спортивный зал. У нас очень теперь тепло, и поэтому дети занимаются в специальной форме, довольны. У нас в школе свой спортивный клуб. У нас есть занятия, вечерние занятия для детей секции. Для этого приходят специалисты, которые ведут по направлениям баскетбол, волейбол, хорошо развит. Здесь у нас тренажерный зал. Во-первых, он предназначен для занятий во внеурочной деятельности. Здесь у нас проходят занятия по общей физической подготовке для кадет. Здесь юноши старших классов могут заниматься индивидуально в рамках уроков физической культуры, так и во внеурочное время. Кроме этого, по договору, к нам приходят специалисты разных спортивных школ, карате, дзюдо, и востребованность очень большая, зал занят практически с утра до вечера. Ну а самый главный проект – новый стадион. В начале августа на школьном дворе стартовали строительные работы. На техническое состояние спортивной площадки мы обратили давно внимание и пытались как-то решить эти вопросы. И вот благодаря, наверное, настойчивому и нашему вниманию, и родителей, и окружающих вот жителей, вот в последнее время, за 2 года, мы пришли к выводу, что все-таки надо проект иметь и заниматься уже реконструкцией нашей спортивной площадки для того, чтобы все-таки безопасная среда была для занятий детей физической культурой. И вот в этом году мы выполняем часть проекта. Это будет мини-футбольное поле и с беговыми дорожками. Остальной проект будет реализован к следующему учебному году. Думаем, что здесь будет благоустройство, установлены скамеечки и тренажеры.